Тина! Как видишь, жива и здорова. Где ты была все это время? Мы думали, ты погибла. Я была там, где много лет назад ты оставила меня на съедение голодным великаном. Что ты такое говоришь? Я только и жила в надежде, что когда-нибудь тебя увижу. Как ты можешь так бессовестно врать? Настолько сильно горевала, что поспешила занять мое место рядом с Тирексом? Просто хотела его утешить. Видела я, как вы с Тирексом тосковали по мне. Прошло не так много времени, и я вернулась в долину. В этих яйцах сидят мои братья. Я буду учить их охотиться. Рекси! Поосторожнее. Яйца очень хрупкие. Он так похож на тебя. Рекси – копия Тины. Такой же упрямый и любознательный. Жаль, что ее нет с нами. Папа, папа! Яйцо пошевелилось! Мой братик скоро уже появится. Или сестричка. Нет, лучше братик. Все представительницы женского пола – хныкалки. Ты бросила меня на этом острове, отобрала семью. Скажи, за что, Нора, ты меня так ненавидела? По-моему, хозяину пришел конец. Когда на острове узнают правду, нам с тобой не сдобровать. Что ты предлагаешь? Теперь каждый сам за себя. Ты спрашиваешь, за что? Да я все детство терпела, как родители тобой восхищались. Постоянно ставили мне тебя в пример. Учись у Тины, делай как Тина. Нора, что ты такое говоришь? Помнишь тот случай, когда мы охотились на саркозухов, и эти зубастые затащили нас в озеро? Так вот, отец спасал тогда в первую очередь тебя, а я выкарабкивалась сама. Подожди. Озеро с саркозухами? Так это ты мне решила отомстить? Поэтому заставила Гига, чтобы он меня столкнул? Я хотела, чтобы ты испытала все то, что и я. Один на один с этими чудовищами. Странно, никогда еще не ел орнитолестов. Куда это, шустрый, ты так торопишься? Хромой? У нас-то и есть-то нечего, одни кости. Давай рассказывай, что за дела у вас с мистером Спинни? Хорошо. Я родился на острове великанов и по размерам сильно отличался от местных гигантов. На этом острове жилось бы намного спокойнее без этих великанов, не так ли? Это было бы чудесно! Если поможешь мне в одном деле, гарантирую тебе безопасное обитание без них. Что я должен делать? Нужно будет отбирать яйца у местных динозавров. Но они меня и близко не подпустят к ним. Будешь не один.
Знакомься, это Цезарь. Одного не пойму, зачем ты понадобился мистеру Спини? Цезарь и сам бы справился. Я поначалу и сам не понимал, если бы не один случай. Скоро буду ходить по острову и не бояться, что на меня наступят. Ты что, уснул? Кто? Нет, не уснул. Он что, мог заснуть на ходу? Из-за гипноза, которым обладал Цезарь, он мог сам себя усыплять. Это происходило независимо от его желания. Всегда считал Цезаря самым сильным на острове, а он, оказывается, Соня. Подожди. Это что же получается? Тебя Спини позвал, чтобы ты просто-напросто будил Цезаря? Не совсем. Я еще очень смышленый. Если ты с ним разделаешься, мы никогда не узнаем, куда он подевал наших детенышей.